Проект нового таможенного кодекса находится на завершающей стадии. Это сегодня сообщили на объединенной коллегии таможенных служб государств-участников таможенного союза. Впервые в качестве полноправного члена в мероприятии принял участие Кыргызстан. Несмотря на увеличение участников, ценообразование и законодательство в области таможенного налогообложения должны быть у всех едиными. Это же касается развития гарантийных механизмов при транзите товаров по территории Евразийского экономического союза. С начала этого года то около 1000 тонн товаров было изъято из незаконного оборота, и который предполагался к дальнейшей отправке на территорию Российской Федерации. Все эти факты задокументированы, направлены в судебные органы и приняты соответствующие решения об обращении в доходы государства таких товаров. Взаимодействие очень плотное, информационный у нас обмен в режиме онлайн. Даже мы в течение там, минуты, полутора видим, какие машины пересекают границу. У нас очень хорошее информационное взаимодействие. Объединенная коллегия таможенных служб начала свою работу в 2011-м. Цель – координация взаимодействия таможенных служб Евразийского экономического союза. Сегодня в мероприятии приняли участие руководители 5 таможенных структур – Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.